С самого детства я только и слышал, что наша семья проклята. Мама надеялась, что нас защитит Бог. Папа верил в рестлинг. Он любил повторять: если хотите выжить, тренируйтесь, как в последний раз. Я ему доверял. Все мы доверяли. Доброе утро. Хоть на завтраке можно увидеть штаны? Хэри, я хотел бы видеть тебя в ринге среди братьев. Спасибо. Классно. Ни для кого не секрет, что Кэрри мой любимчик. Потом Кэм, Дэвид и затем Майк. Но шанс подняться есть у каждого. Чего ты хочешь от жизни, Кевин? Еще ребрышек? Я мечтаю быть со своей семьей. Но знаешь, вместе с братьями. И чем же вы с братьями занимаетесь? Когда мы вместе, мы непобедимы. Мы пришли, чтобы вернуть нашей семье былую славу. Когда-то наш отец добывал ее здесь потом и кровью, и его дар перешел к нам. Скоро вы познаете на себе всю мощь легендарной стальной хватки. Ну что, как тебе мои братья? Я обожаю твою семью, Кевин. Я стану дядей? Да, сэр. О, как я счастлив. Мам, отец словно одержимый. Ты должна вмешаться. Вы были для этого рождены. Чувствуешь? Чувствуешь? Вот это давление! Может, тебе передохнуть? Я в норме, Кэв, правда. Просто приболел, наверное. Блин, страшно, чувак. Я вот-вот сорвусь. Произошла ужасная трагедия. Я должен был остановить его. Мне нужно больше думать о семье. Это твоя работа. Так делай ее. Или тебе плевать на нас? Я же велел следить за ним! Мне просто нравится быть с вами, парни. Это единственное, что для меня важно. Шон Эрихи, величайшая семья в истории рестлинга навсегда! Стальная хватка. В кино с 4 января.